Привет. Вот и у меня появилась идея засунуть кубик Рубик в банку. По частям, естественно. И собрать его там. Но долго-долго искал банку на интернете. Хотел квадратную всю найти. Но когда она пришла, она оказалась что-то маловато. Вроде как не лезет. А банку жалко выкидывают. Такая хорошая. Настоящая молочная банка, историческая, американская. Пришлось искать другое решение. Ну вот, сделал. Все готово. Кубик существенно уменьшился. Но, конечно, сделать это оказалось совершенно несложно. Это настоящий рубикский кубик. Он таких размеров не делает, как вы знаете. Да? Но все, что нужно было сделать для этого, это использовать эту жидкость. Вот, она, у него, конечно, название дурацкое, но это работает. Значит, все, что нужно, это чуть-чуть накапать на пластмассу, и пластмасс начинает сжиматься. Вот. И как только оно проходит через это горло, сразу надо заталкивать, так? А потом, только надо очень быстро. И не надо много капать, потому что может пластмасса потрескаться. Значит, как только она начинает проходить, туда засовываешь, а потом надо эту жидкость ту же самую развести с водкой. 2:1. И капать туда. И тогда эта пластмасса опять начинает расширяться. Только здесь нельзя переусердствовать, потому что он может расшириться так, что просто стекло разнесет всю эту банку. Поэтому вот у меня почти нет никакого зазора, так сказать, вот оно. Вот. Потому что я вовремя остановился. Да. Как вам нравится такая система? А моя мама даже в это поверила. Ну ладно, смотрите, как я это делал дальше. Не, ну конечно, 1 апреля уже жалко давно прошло, но в общем, конечно же, этот кубик был сделан из 4×4. В общем, вот такие кусочки я сделал, потому что каждый из них может пролезть в банку. Вот. И даже вот такой вот из 4 кусков, тем еще и может пролезть в банку. Ну вот. В общем, короче, подробностей не буду говорить. Но, в общем, зацепы я специально сделал так, чтобы они все друг за дружку цеплялись. Я, в общем, решил за головоломочку очередную, как это все создать, чтобы это можно было все спокойно запихать. Вот это все, что 4×4 там осталось. Весь этот мусор, экспериментальные куски и так далее. Вот. Ну, ладно. Теперь буду собирать, а потом уже сниму видео, которое будет в начале. Ну, в общем, так вот это работает. Это сюда. Так, не знаю, видно или нет. Вот, это так. Это сюда. Да, получается колодец. И здесь зацепы. Все подогнал я, чтобы было легче собирать потом в банке. Значит, этот сюда вот идет. Там зацепы тоже. Вот этот сбоку. Там маленькие цепляются тоже за углы. И последний замыкает все. Вот этот. По центру. И все встает. И получается вроде как кубик Рубика. И все детали от Рубика, все честно. Вот, потому что я пожертвовал 4×4, потому что он не крутится. От Рубика плохой дизайн. Но зато можно сделать вот такую вещь замечательную. Вот. Самое сложное оказалось спозиционировать правильно низ. Потому что низ банки неровный и стенки тоже неровные. Вот. И пока я не допетрил до этой идеи, насыпаю туда рис. Поскольку рис крупный и не забивается между кубиками. Вот. И мне удалось наконец запустить пинцетом вот три вот этих первых слоя. И вроде они правильно лежат. Это очень было сложно. Потратил 2 часа. Вот. Но теперь будем склеить. Наклеить надо аккуратно, потому что если чуть-чуть клей попадет на рис, то он там останется. Уже вынуть оттуда его будет никак нельзя. А потом просто рис высыпаешь и все. Там, слава богу, есть маленький зазор между стеночками. Вот это клей, который я использую. Самый лучший. Amazing Co-op Craft. Вот я вот так вот его можно положить немножко. И еле-еле коснуться, чтобы ничего не испортить. Там, где ничего ни на что не влияет. И он потом так и остается. Ну, поехали. Ну, вот, рис ссыпался. И, в принципе, довольно неплохо получилось. Пока еще даже может поворачиваться. И вот, все там заклеилось шикарно. По центру клей. И ничего не протекло. Попробуем делать дальше. Ну вот.
Кисточка понадобилась для того, чтобы правильно закрепить. Она очень хорошо держит там второй слой. И вот придумал, чтобы вот так вот клеить, чтобы клей попадал туда, куда надо. Вот так ставится. Вот в эту конструкцию зачешника и пассатижей. Вот. И дальше будем клеить так, чтобы попадало на сферу и приклеивал нужные детали. Вот. Вот сюда. Ну, дальнейший сбор, конечно, когда уже есть база, уже не представляет особой сложности. Только единственное, вот у меня сейчас сомнение вообще, хватит мне здесь вообще места, чтобы заткнуть туда третий слой. Что-то очень близко поворот идет. Ну, посмотрим. Да, действительно, чуть-чуть не хватило высоты. Буквально каких-то миллиметров. И пришлось вот завальцевать углы. И это, в принципе, позволило компенсировать. С третьего раза получилось засунуть все внутрь. Вот, и теперь можно клеить, в принципе. Вот, только осталось только зашлифовать. Но по идее, поскольку стекло все-таки искажает, то я думаю, что этих закруглений будет не видно. Но если только не сравнивать их с нижними, ну, все равно там совсем чуть-чуть не хватило. Короче, идея такая, значит, вот эти зацепы, вот, они должны там зацепиться. Да? Значит, зелененький вот таким образом вставляется так сюда. Так, синенький вот с такими зацепами, да, вставляется вот сюда. Да. Застрял. Он застрял. Так, теперь это вот так. Так, вот так. Теперь самое главное поставить центральный, да? Ну, главное не испачкать клеем, да? Иначе пока будешь совать, все испачкается, да? И вот это последний жест. Вот так, хоп. И готово, да? Осталось только сообразить, как это сделать и заклеить. Вот, вот это последняя позиция. Короче, клей внутри. Я перевернул его вверх ногами для того, чтобы клей попал вниз на последний слой. Вот, теперь уже точно все. Ну вот, так что вот так вот оно и делается. Теперь можно всем показывать, какие у меня есть близнецы. Между прочим, через стекло он даже кажется больше немножко. Но он на самом деле маленький, конечно, из 4 на 4. Вот, так что... Теперь объявляется конкурс на самую лучшую крышку. Кто придумает крышку, очень интересную, тому пирожок. Ну ладно, удачи.